К большому сожалению, хотелось все-таки услышать мнение мусоровозящих компаний города Балаково, кроме Александра, остальные компании. Что-то они сегодня не пришли. Не хотелось бы понять на самом деле-то, было ли обращение, или же мы просто ищем причину для того, чтобы опять начинать обвинять кого-то. Наверное, это на пятницу пригласим уже рекоператора-то, послушаем их мнение. Обливать грязью, конечно, можно всех, но когда проблема у них своих, не могут отдавать талоны для того, чтобы возили-то, это тоже требует обсуждения.